Калужская «Пандора» занимается приборостроением с 2004 года. Наибольшую популярность компания приобрела благодаря своим автомобильным сигнализациям. Их ценят автолюбители не только в России. В ряде стран Европы они занимают до 30% рынка. Российские и международные эксперты неоднократно отмечали их высокое качество и надежность. В компании более 700 работников, у нее 15 тысяч партнеров и несколько миллионов реальных пользователей. Предприятие укомплектовано новейшим оборудованием с максимальной локацией производства. Это позволяет своими силами заменять импортные запчасти в случае необходимости. Но и тех совсем немного. Сейчас на производстве нужно заменить около 20 деталей. И над этим уже вовсю работают конструкторы предприятия. Хороших вам новостей!